Добрый день, уважаемые коллеги, партнеры. В первую очередь хочу поблагодарить руководство Горного института, что предоставило такую возможность, пригласили принять участие в этой конференции. Мы действительно считаем, что это отличная возможность для встречи, обсуждения, обмена мнениями с единомышленниками и горнопромышленниками. Сегодня здесь нашу компанию представляет большая делегация от Caterpillar'а во главе с Демьяном Жиро. Демьян Жиро, пожалуйста. Демьян Жиро отвечает за поставки оборудования Caterpillar по всему миру. Его участие в этой конференции подчеркивает важность этого события. И также огромная, можно сказать, делегация Цепелина и горного отдела во главе с исполнительным директором Георгием Георгиевым. Тема моего выступления будет достаточно краткая. Я просто хочу представить нашу компанию, ее структуру, коротко рассказать про историю и про те решения, которые мы предлагаем для горной промышленности. Как видно из представленной структуры, в концерне существует три больших направления. Одно из них – ЦДО-фабрик, это завод по производству трансмиссий, который работает по всему миру со всеми крупнейшими машиностроителями. И видно даже из численности этой компании, там работает больше 137 тысяч человек в 230 подразделениях. Направление, которое представляем сегодня мы, это Цепелин ГМБХ. Это то направление, которое отвечает за работу с крупнейшим мировым лидером Caterpillar. И в нем сегодня трудится 7700 человек. Ну и исторически сохранилась компания, которая продолжает производить дирижабли и их эксплуатацию. И тоже находится в городе Фридрихсхафен. Так получилось, что когда была катастрофа дирижабля и граф Цепелин разорился, горожане, которые боготворили его, можно сказать, что спасли компанию, скинулись, и в благодарность этого граф Цепелин завещал эту компанию фонду Цепелин, и сегодня наша компания принадлежит муниципалитету города Фридрихсхафен. Несколько слов про географию присутствия холдинга Цепелин в мире. Как вы видите, работа идет не только в России и европейских странах, в том числе в Австралии, Южной и Северной Америке. Кроме направлений, которые отвечают за поставку оборудования, также существует очень большое европейское подразделение по аренде техники, силовые установки. Это то подразделение, которое отвечает за энергообеспечение в различных областях мира. И очень важный, тоже интересный сегмент – это промышленный инжиниринг, направление, отвечающее за разработку систем для производства различных пластмасс, каучуков, пищевой промышленности. В некоторых отраслях доля рынка этого подразделения доходит до 90%. Все крупнейшие мировые производители шин используют оборудование Цепелин в своем технологическом процессе. И самое молодое подразделение Z-Lab, как сегодня уже говорили докладчики, мы тоже понимаем, что диджитализация, она крайне необходима для повышения производительности, для принципиального изменения технологических процессов, и это направление тоже занимается различными инновационными цифровыми технологиями. Несколько слов буквально про историю. Компания была основана в 1908 году. Естественно, в то время это основной бизнес был это строительство дирижабля и организация первого трансатлантического, скажем так, первой трансатлантической авиационной компании, то есть дирижабли курсировали между Европой и Америкой. В 1950 году была основана существующая сегодня компания Цепелин ГМБХ, и следующая важная веха, которая была, это в 1954 году Цепелин становится дилером компании Caterpillar на территории Германии. В России компания Цепелин начала работу в 1998 году, и с тех пор получено дилерство, в том числе на Украине, в Армении, в Узбекистане, Туркменистане, Таджикистане и Беларуси. Ну и последний пункт здесь отмечен. Была у нас произведена реструктуризация оперативных подразделений. Сегодня существует 6 основных стратегических подразделений.
Здесь также указано более, скажем так, подробно, чем занимается каждое из подразделений. Не буду на этом останавливаться. Хочу просто сказать, что именно тот бизнес, который ведем мы, относится к подразделению строительной техники СНГ. Буквально две цифры, чтобы было понятно. Именно бизнес цепелинов в странах СНГ сегодня объединяет более 1500 сотрудников, и прошлогодние результаты 466 миллионов евро. Ну а справа вы видите, как я уже сказал, те области, где мы представляемся. Что касается индустрий, мы в первую очередь работаем в строительной индустрии, сельскохозяйственной, лесозаготовительной, техники для нефтегазовой промышленности, дорожестроительной отрасли. И большинство сегодня присутствующих коллег представляет отдел горной карьерной техники. Немножко подробнее, что сегодня из себя представляет наше подразделение. Это развитая сервисная сеть, порядка 14 филиалов на европейской части России, желтым цветом выделено, где мы представляем компанию Caterpillar. У нас существует два завода по ремонту узлов агрегатов, которые по всем необходимым стандартам ремонтируют компоненты и узлы для горной техники и с предоставлением дальнейших гарантий. В отделе продаж у нас трудится порядка 17 человек, и что очень отрадно, практически все руководители нашего отдела, выпускники Санкт-Петербургского горного института, и нам очень приятно сегодня здесь находиться. У нас также существует большое количество сервисных автомобилей и необходимых инструментов для оказания необходимого сервиса. Что важно, также у нас есть персональная собственная лаборатория масла, которая позволяет нам внедрять необходимые стандарты по контролю и мониторингу состояния узлов агрегатов. Ну и сегодня общая численность больше, чем 420 человек. Несколько слов о с кем мы работаем в горном бизнесе. Вот на этом таком достаточно нагруженном слайде видно наши основные партнеры с левой стороны, такие как Апатит, Корейская, Карташка, Обдорский ГОК, Сервласа, ЗФК. Ну, их не так много. В европейской части России мы работаем с каждым из этих предприятий в той или иной степени. И справа видно, какое наше оборудование там используется. Что хочу подчеркнуть, что в последние 10 лет четко прослеживается тенденция увеличения подземных горных работ, и за это время уже нами тоже поставлено более чем 40 единиц техники. Мы в то же время отвечаем за работу с предприятиями нерудной промышленности, и здесь намного больше представлено компаний, нежели в горном сегменте. Поэтому я тут не указываю имена, но я прекрасно вижу, что здесь очень много присутствует коллег и партнеров. Спасибо, что тоже приняли приглашение принять участие. И хочу сказать, что здесь, в этом сегменте, у нас тоже работает уже более чем 500 единиц техники. То есть в сумме на сервисном обслуживании нашего подразделения находится порядка 1000 машин. И так чисто справочно, если не ошибаюсь, в прошлом году наша компания нагрузила в целом, включая все машины, в том числе строительные, порядка 10 тысяч машин. Безусловно, нашим ключевым и главным партнером является компания Caterpillar. У нее существует огромное количество разных типов машин, обо всем сказать невозможно. Она отвечает в том числе за развитие, за инновации, за новые технологии. Сегодня тоже будут доклады, которые затронут стратегические и технологические направления развития. Но на этом рисунке просто очень схематично показано, что линейка Caterpillar, она самая широкая в мире. Caterpillar является крупнейшей компанией по производству горного оборудования. И это оборудование работает и на открытых горных работах, и на подземных рудных месторождениях, и в том числе на угольных пластовых месторождениях. Также, чтобы подчеркнуть, что мы занимаемся не только технологическим оборудованием, а в том числе и вспомогательным, на этом тоже схематическом рисунке видно, что практически во всех областях горных работ
используя технику Caterpillar, которая либо уже находится в производстве, либо приобретается новая. У нас есть вспомогательные машины для повышения производительности и эффективности ведения горных работ. И у нас уже есть очень хорошие примеры и новые заказы на вспомогательное оборудование. Безусловно, продажа машин – это самое начало, которое, можно сказать, что самое простое. Да, самое главное – это обеспечить ее надежную и производительную работу в течение всего срока службы. Для этого у нас есть огромный опыт в различные сервисные контракты. Как я уже сказал, 420 человек горного отдела – это практически 380 из них работает именно в отделе технической поддержки. Но подробно я на этом останавливаться не буду, это будет у нас в рамках круглого стола обсуждаться. Ну, естественно, без запасных частей никакой ремонт или работа техники не представляется возможным. Это тоже наша сильная сторона. У нас налажены регулярные поставки с ежедневными отгрузками с центрального склада Caterpillar в Москве, в наши регионы. И в том числе у нас существует круговая машина, которая, независимо от чего, два раза в неделю курсирует между горным предприятием и Кольского полуострова. Как я уже говорил, у нас есть собственная лаборатория. Эта машина также оперативно доставляет пробу масел, и мы удаленно с помощью наших инженеров и специалистов отслеживаем состояние оборудования и всегда стараемся предотвратить аварийные поломки, потому что ремонт нужно делать заблаговременно. Как всем нам известно, ключевым, или можно сказать, наиболее влияющим фактором на себестоимость продукта является человеческий фактор. Поэтому мы тоже уделяем огромное значение обучению. У нас есть собственный учебный центр, который обучает как наших специалистов различных специальностей, так и специалистов наших уважаемых партнеров. Также хотел бы отметить, что мы достаточно давно плотно сотрудничаем с Горным институтом, ежегодно организуем ознакомительные практики, и порядка 30-40 человек ежегодно посещает в том числе наш завод Caterpillar в Тосно, знакомится с культурой производства машиностроения. С помощью наших партнеров мы организуем поездки на действующие горные предприятия и, естественно, проводим очень много времени в учебных аудиториях, рассказывая, как правильно и эффективно применять горное оборудование. Здесь буквально несколько фотографий, как этот центр выглядит. Он находится в Москве, включает в себя не только учебные лаборатории, не только учебные классы, но в том числе современные гидравлические и электрические стенды. Буквально два слова про еще более интегрированное, скажем так, в производство решение по обучению. Это полная имитация настоящей работы техники симулятора Immersive Technology. Immersive Technology – это официальный партнер компании Caterpillar. Хочу отметить, что использование подобных систем, оно позволяет реально повышать производительность труда, снижаются затраты на топливо, повышается ходимость шин. Если мы говорим про самосвалы, безусловно, надежность и безопасность труда. И эти работы, они приносят значительный эффект. Могу сказать, что ряд компаний в России уже это используют, в том числе компания «Апатит» имеет такой симулятор для подземных горных работ, имитирующий работу погрузоразставочной техники. Про финансирование не буду долго рассказывать, но просто для справки, примерно 80% машин, которые поставляет наша компания, они осуществляются с привлечением финансирования. Это говорит о том, что это важный фактор, который нельзя игнорировать, и зачастую от него зависит реализация тех или иных проектов. Резюмируя сказанное, мы хотим подтвердить, что мы готовы сотрудничать абсолютно на всех этапах разработки месторождений, начиная с самого начала, при проектировании, при выборе оптимальных сочетаний технологического вспомогательного оборудования и на всех последующих этапах, про которые я только что рассказал. Но стоять на месте без развития, безусловно, нельзя. Здесь я просто отметил те направления, в которых мы сегодня работаем. Безусловно, мы заинтересованы в увеличении парка нашей техники, продвигать современное высокоэффективное оборудование,
производимых Caterpillar. Мы продолжаем инвестировать в развитие филиальной сети. Буквально на прошлой неделе мы открыли новую ремонтную зону в объединении Апатит. Мы продолжаем внедрять утвержденные стандарты во всех наших сервисных центрах, потому что наладить производство в удаленных местах не так просто, и очень, скажем так, чувствуем большую нехватку образованных людей, которые готовы работать. Расширяем постоянно наши услуги, придумываем новые виды договоров, стараемся соответствовать ожиданиям нашим заказчикам и совместно добиваться большего. Вот. Ну и буквально еще два или три мероприятия, которые мы в этом году хотим сделать. Это впервые в России будет внедрено программное обеспечение IoT, это Asset Management Tool, это программа, которую используют ведущие мировые компании по производству различных материалов. И она позволяет, опять же, интегрировать программу планирования ремонтов, работы оборудования в текущий производственный процесс. Более подробно, конечно, мы об этом расскажем сегодня во время круглого стола. Ну и в завершение у нас в этом году планируется открытие большого филиала в Петербурге. Сейчас полным ходом идет строительство. Мы планируем его запустить в работу осенью. И также в этом году мы должны закончить реконструкцию нашего основного завода по ремонту узлов агрегатов, который находится в городе Петрозаводске. После реконструкции мы сможем увеличить производительность этого завода в 3 раза. Ну и для визуализации, что значит сервисный центр в Петербурге, это вот 3D-модель, которая показывает, что кроме там административных зданий, там будет полноценный большой склад запасных частей и ремонтная зона. Этот сервисный центр будет обслуживать потребности предприятий всего Северо-Запада. Ну, в том числе, конечно же, стоянка для техники с наработкой, то есть полный цикл, соответствующий всем нашим стандартам Цепелина. И вот последний слайд показывает текущее состояние. Буквально неделю назад еще снег лежал, вот снимки, в какой стадии находится строительство. Мы вас обязательно пригласим на открытие, это будет где-то в сентябре.